Чтобы серебряное поколение не грустило на самоизоляции, региональный штаб акции просит поддержать и поздравить их известных в республике людей. Так, например, заслуженная артистка Мордовии, солистка фольклорного ансамбля «Киело» Любовь Князькова исполнила трогательную песню про маму на Макшанском. Такой подарок получила жительница Саранска Нина Васильевна Ульянкина. Спасибо за поздравления и Народному фонду за такой приличный подарок и пожелание здоровья. И вообще повысили настроение. Кроме поздравлений, пенсионеры получили и продуктовые наборы. Как прокомментировала руководитель регионального исполкома ОНФ Республики Мордовия Наталья Сайгачева, в дни карантина особенно важно создать людям старшего поколения праздничное настроение. К сожалению, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции они не соберут гостей за праздничным столом. Поэтому активисты ОНФ постарались сделать этот день ярким и по-доброму запоминающимся.